Повышение качества образования, изучение европейского опыта, разработка новых методик преподавания – это основные направления, которым в своей ежедневной работе следует Даугавпилсский техникум. Достичь высоких результатов, бесспорно, помогает участие студентов и педагогов учебного заведения в международных программах, многочисленных европейских проектах, которые открывают новые горизонты и новые возможности. Европейский проект – это возможность ученику самому увеличить свой диапазон знаний, подтвердить себя как свою важность в рабочем рынке и умение преодолеть те, скажем, сложности, которые есть в проектах. Это языковой барьер, это новые задания, это нестандартные ситуации. На мой взгляд, именно для этого мы и работаем, чтобы вот этот знак положительных эмоций плюс новые навыки, которые он осваивает во время учебы, он мог нести дальше и в рабочий рынок, и для других учеников. И, конечно, говорить о том, что за время учебы он получил здесь все, что мы могли ему предложить. 9 мая в Доме культуры ВАРПА состоялась международная конференция «Европа в Даугавпилсском техникуме. Даугавпилсский техникум в Европе», на которой студенты и педагоги учебного заведения подвели итоги своей работы, проделанной в рамках реализации проектов «Erasmus+». В работе форума участие также приняли многолетние партнеры Даугавпилсского техникума из Эстонии, Испании, России, а также Латвии. Одним из них является Даугавпилсский университет. Развитие методов долгосрочного образования, компетенции программа – это один из проектов, который был реализован благодаря сотрудничеству Даугавпилсского университета с Даугавпилсским техникумом. Этот проект дал возможность посетить лучшие школы в Голландии, в Германии и изучить лучший опыт специалистов, также университетский опыт и внедрить в локальном контексте Даугавпилса в профессиональных учебных учреждениях. Этот проект признан как один из лучших проектов в Европе в сфере долгоспособного развития. Это благодаря команде техникума и благодаря команде Даугавпилсского университета мы сегодня можем отпраздновать эту такую победу. Следует отметить, что в этом году в рамках реализации европейских проектов Даугавпилсский техникум посетили 8 международных делегаций, в том числе 12 иностранных студентов из колледжа Валенсии и Пскова, прошли стажировку в Даугавпилсском профессиональном учебном заведении. И опыт латвийских коллег также перенимали 20 педагогов из Эстонии, Польши, Словакии, Германии, Испании и России. В свою очередь, педагоги и учащиеся Даугавпилсского техникума не преминули познакомиться с опытом зарубежных коллег из Испании, Португалии, Греции, Австрии, Чехии, Украины и Эстонии. А в рамках европейского проекта программы Erasmus+ Даугавпилс техникума Skolotāja Pieredze Europa 7 учителей отправились за новыми знаниями и новым опытом в Германию, Грецию, Чехию, Австрию и Италию. Самая главная цель курсов была, как удержать студента, мотивировать его для того, чтобы он не бросил школу. Что проекты дают учителям? Ну, во-первых, повышение своего собственного профессионализма, повышение своего уровня. Во-первых, во-вторых, находить новые связи, сотрудничество, научиться чему-то новому и точно так же показать, что есть у нас. В основном речь идет о том, как сделать уроки для студентов более интересными, преподать какие-то сложные темы более простым языком. Все это происходит посредством коммуникации, посредством использования информационных технологий, различных развивающих игр, как моделирование каких-то ситуаций, ну и, конечно же, обмена опытом между преподавателями. Самое главное – это то, что самые сложные вещи можно рассказать и достаточно простым языком. Обязательно все-таки должен быть индивидуальный подход, но и если люди, получается, тогда настроены позитивно, они открыты, то можно использовать и такие методы, как построение команды, и тогда открыть в них достаточно большой потенциал. Директор Даугавпилсского техникума Ингрида Брокана отметила, что цель любого проекта – это опыт, освоение новых знаний, знакомство с идеями, которые реализуются в других странах Европы и могли бы быть успешно внедрены в систему профессионального образования Латвии.